мерный стаканчик с весами и термометром. Зачастую хозяйкам требуется знать точное соотношение между объемом и весом ингредиентов приготовляемых блюд. Облегчению этой задачи и способствует недавно сконструированный такой многофункциональный кухонный агрегат, изготовленный по принципу 3 в 1. Прибор предоставляет пользователям возможность сразу вместе узнать вес помещенного в него продукта, так и его объем и температуру. Надеюсь, что хозяйки по достоинству оценят все удобства при использовании мерного стакана весов. Приобрести универсальный стакан можно за 700 рублей. Защитная крышка от разбрызгивания. Предотвращает нежелательное разбрызгивание жидкости при смешивании пищи, погружении блендера и ручного миксера. Изготовлена из прочного прозрачного пластика. Позволяет работать с миксером на высоких скоростях без опасения, что брызги будут разлетаться во все стороны. С этой крышкой вы сможете взбивать большее количество содержимого, и вам не придется отмывать все вокруг от брызг. Прозрачность материала обеспечивает контроль консистенции во время смешивания. Также крышку можно мыть в посудомоечной машине. Приобрести можно за 250 рублей. Меламиновая губка. Изготовлена из меламиновой резины. Это пластик нового поколения, который чистит без применения химических средств. Благодаря особой структуре захватывает грязь и впитывает ее. Губка бережно чистит любую твердую поверхность, не оставляя следов, разводов и царапин. Стирает детские рисунки, следы от карандашей и маркеров, чернила, пятна, разводы с пола, стен, стекол, зеркал, дверей, различных предметов интерьера и бытовой техники. Удаляет грязь, известь, мыльные разводы в ванной и бережно чистит любые поверхности. Ее используют по принципу ластика. Просто водите ею по пятнам, прикладывая небольшое усилие, и ржавчина, засохший жир, следы фломастеров или накипь уйдут без труда. Купить губку можно за 200 рублей. Удобная машинка для запечатывания пакетов. Это именно тот прибор, который пригодится в любом доме и на любой кухне. Он герметично запаивает пакеты, благодаря чему еда остается свежей. Уплотняет практически любой пластиковый мешок быстро и легко. Вы сможете без проблем хранить любые ваши продукты, не боясь, что они рассыплятся или протекут. Легко запаяет любые пакеты из любого материала. Приобрести запайщик можно всего за 100 рублей. Тендерайзер для мяса. Тендерайзер – это полная замена ручному молотку для отбивания мяса. Он займет достойное место среди аксессуаров на вашей кухне. Прекрасное приспособление для размягчения мяса и, пожалуй, лучшая замена кухонному молотку. Тендерайзер позволяет ускорить процесс приготовления продукта и значительно сэкономит время и без лишнего шума, быстро и удобно. В отличие от отбивки молотком, обработка мяса тендерайзером не нарушает структуру мяса и его внешний вид, а метод отбивания тендерайзером ускоряет процесс приготовления продукта. Цена такого гаджета 150 рублей. Ложка для заваривания чая помогает отжать чайный пакетик или рассыпной чай, не обжигая и не пачкая руки. Ложка снабжена открывающейся емкостью, в которую можно засыпать и заварить чай без проблем, и также легко извлекать листочки. Она займет достойное место на вашей кухне. С такой ложкой очень удобно заварить любимый чай на природе или в походе. И приобрести ее можно за 150 рублей. Клипса для пакетов. Зажимы для пакетов непременно станут незаменимым помощником на вашей кухне. Они пригодятся как непосредственно для закрытия пакетов с кофе и с различными продуктами, а также для других целей, например, как зажим для бумаги. С этим замечательным приспособлением вы дольше сохраните свежесть продуктов, которые хранятся в пакетах. Кроме того, вы сможете не пересыпать содержимое из пакетов в емкости для сыпучих продуктов. Просто закройте пакет зажимом, и дело сделано. Цена за набор с 5 клипсами 70 рублей. Универсальный нож-открывалка 6 в 1. Очень удобная универсальная механическая открывалка для любых консервных банок. Открывая стеклянные и консервные банки, легко справляется с различными пробками, в том числе и с пластмассовыми. Такая штуковина пригодится на каждой кухне, поскольку она сочетает в себе максимум комфорта, миниатюрные размеры и стильный внешний вид. А главное, теперь вы навсегда забудете о сломанных ногтях, ранах и разлитом содержимом на пол. Нож актуален не только на домашней кухне, но и в походных условиях, где важен малый вес и удобство предметов. Приобрести открывалку можно за 200 рублей. Разделочная доска с отделением для отходов. Многие хозяйки мечтают о специальном отверстии в рабочей поверхности стола, куда можно сразу сбрасывать очистки и отходы.
Эта функция в полной мере реализована в данной разделочной доске, где предусмотрено отверстие для очисток и емкость для нарезания продуктов. А также есть возможность удобно поставить тарелку, куда легким движением ножа можно скинуть ингредиенты для салата. Пожалуй, это самое полезное усовершенствование обычной разделочной доски. Приобрести такую доску можно за 1500 рублей. Интересная миска для мытья овощей и фруктов для самых практичных хозяек. Позволит сэкономить вам столь ценное время и место на кухне. Необходимо всего-навсего отодвинуть заслонку, и миска модифицируется в дуршлаг, и вы с легкостью можете помыть фрукты или овощи. Она многофункциональна, компактна и удобна в использовании. Также в ней можно процеживать жидкости при приготовлении макаронных изделий и круп, а также для промывания овощей, грибов, фруктов и ягод. И, конечно же, ее можно использовать в качестве обычной миски. Выполнена из высококачественного ABS-пластика. Приобрести миску можно за 500 рублей. Машинка для приготовления голубцов и долмы. Это удивительный универсальный прибор, который самостоятельно сворачивает полуфабрикаты, такие как голубцы разного размера и не только. Вы сможете превратить рутинную работу в настоящее удовольствие. Действия предельно простые. Положите капустный или виноградный лист на прибор, сверху наложите фарш, после все вместе следует поместить в специальное отверстие в машинку и плавно дергайте каретку, чтобы сделать полуфабрикат. С ее помощью также можно свернуть рулеты из лаваша, ветчины и баклажанов с различными начинками. Приобрести машинку можно за 200 рублей. Специальный антибактериальный коврик предназначен для хранения овощей и фруктов в холодильнике. Ячеистая структура материала предотвращает появление сырости, образование гнили и плесени, не позволяя размножаться опасным бактериям в контейнерах для фруктов и овощей. Впитывает лишнюю воду, конденсат, обеспечивая необходимый для хранения продуктов питания уровень влажности. Благодаря лучшей циркуляции воздуха между продуктами и исключению непосредственного контакта с поверхностями холодильника способствует сохранению свежести овощей и фруктов на более длительный срок. Можно использовать в качестве коврика для сушки посуды. Цена коврика 250 рублей. Щетка для мытья посуды с емкостью для моющего средства. Сократит время пребывания возле раковины и сэкономит место на кухне. Теперь вместо губки с неуклюжей емкостью с моющим средством у раковины будет стоять маленький и симпатичный аксессуар. Пользоваться щеткой удобно и легко. Чтобы заполнить устройство кухонной химией, следует просто открыть крышку и залить любимые моющие средства. Вот и все, гаджет готов к применению. Моющее средство начнет поступать малыми порциями и по мере необходимости при нажатии на кнопку. Нейлоновые ворсинки отлично очистят поверхность посуды от накопившейся грязи и не оставят ни единой царапины. Цена щетки 500 рублей. Нож для спиральной нарезки. Отличный кухонный аксессуар, предназначенный для вырезания декоративных спиралей из белого редиса и огурца. Создавайте в свое удовольствие шедевры кулинарных украшений. Эта модель незаменима во время приготовления праздничного стола. С ее помощью овощными спиралями можно украшать любые салаты, бутерброды и все, что захотите. Овощерезка изготовлена из высококачественного твердого пластика, устойчивого к разрушениям и прекрасно сохраняет остроту режущей кромки. Цена ножа 100 рублей. Эксклюзивные ножницы с несколькими необычными острыми лезвиями помогут хозяйкам быстро и красиво нарезать зелень, не прикладывая для этого особых усилий. Такие ножницы являются ценным помощником в домашнем хозяйстве, оснащены 5 лезвиями из нержавеющей стали высокого качества и имеют удобные нескользящие ручки с силиконовыми вставками. Теперь нарезать укроп, петрушку, ветчину и грибы будет настолько легко и быстро, что это станет любимым занятием не только для вас, но и для ваших детишек. Ножницы имеют эргономичные ручки и острые лезвия, расположенные в 5 рядов. Цена 300 рублей.